Всем привет, любители веселья, с вами я, Профан. Это уже третий ролик, где мы объясняем способности Супермена с научной точки зрения. Если вы не видели прошлые ролики, то перейдите по подсказке. А в этом ролике мы разберем ключевую способность Супермена, как полет. А ведь действительно, за счет чего летает Супермен? Как у него получается зависать в воздухе и какую скорость он может развить? Поехали! В самом своем первом появлении Супермен не умел летать, а только высоко прыгать. Это объяснялось тем, что гравитация на Земле гораздо меньше, чем на Криптоне. Например, на Марсе сила притяжения в 2,5 раза слабее, чем у нас на Земле. И по этой логике, если бы вы очутились на Марсе, вы бы смогли спокойно стать таким же Суперменом. Но потом бы мышцы у вас все равно атрофировались. Однако силы Супермена постепенно увеличивали до безумных высот, и применить вышеуказанную теорию уже никак нельзя. У криптонцев есть ряд неизвестных внутренних органов, принимающих участие в получении, хранении, запасе и использовании энергии желтого солнца для их способностей. Одной из таких способностей является полет. Идея такая. Гравитация тянет нас к большим объектам, например, к планетам. Происходит это при помощи гипотетических частиц гравитонов. И если бы теоретически ими можно было управлять, то полет на Луну, например, был бы очень экономичным. Собственно, это и делают криптонцы. Только непонятно, что конкретно они делают с гравитацией. Вариантов на самом деле немного. Либо они создают отрицательную гравитацию, если я не ошибаюсь, это когда персонаж отрицает классическое понятие гравитация, и за счет этого отталкивается от Земли. Либо же Супермен просто управляет своим телом и контролирует его гравитацию. Я, кстати, и еще одну интересную теорию видел. Что Супермен из другой вселенной, DC. Она отличается от нашей, и там совершенно другие законы физики. И Супермен может проворачивать там такие трюки с полетом. Но я в нее не шибко верю. И последний вопрос. С какой скоростью может летать Супермен? Если говорить о комиксах, то там его скорость невероятно огромна, около 1000 миллиардов в час. Но если говорить о фильмах, то там она просто приближена к скорости света, что около 300 метров в секунду, что тоже очень много. На этом все. Если вам понравился данный ролик, то не забудь поставить ему свой лайк, а также напиши, про что мне сделать следующий ролик. До скорого!